Происшествие произошло примерно в 2 часа дня. Водитель пикапа марки ВИЗ 2347, двигаясь в сторону проспекта Юбилейного по улице Трактовой, сбил женщину 68-го года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. К слову сказать, пешеходный переход находился от места аварии буквально в 20 метрах. В результате происшествия 44-летняя жительница города получила различные телесные повреждения и была госпитализирована в центральную городскую больницу. Однако это ДТП закончилось несчастьем не только для водителя пикапа и пешехода. Пока сотрудники госавтоинспекции оформляли все необходимые документы, водитель другой машины, увидев впереди полицейских, растерялся и не справился с управлением. В результате ценный груз, стекло в виде кучи осколков, оказался на проезжей части. Позднее было установлено, что водитель «семерки» был в состоянии алкогольного опьянения.